Ужасная трагедия произошла вчера вечером с известной советской российской киноактрисой Аленой Яковлевой. Ну что, друзья, приветствую вас на нашем YouTube-канале. Смотрите, пожалуйста, наши выпуски от начала до конца. Только у нас самая интересная информация. Вчера вечером Алена Яковлева попала в больницу с серьезными телесными повреждениями. На остановке она стояла и ждала свой троллейбус, как неожиданно в остановку влетел автомобиль марки BMW, за рулем которого находилась 18-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент актриса Елена Яковлева находится в больнице, ей уже оказана медицинская помощь. Девушка, которая находилась за рулем данного автомобиля, задержана и находится в полиции. Смотрите наши новости, друзья, мы собираем нужную информацию и уже в следующем выпуске предоставим ее вам на нашем YouTube-канале. Очень жаль, что это все произошло с известной российской киноактрисой Аленой Яковлевой. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, друзья, спасибо вам за всю вашу поддержку.